подергивали. Один из них это был Нгаха Коллинз, игрок Луганской Зари. В этот момент он был поломанный, три операции перенес, 7 месяцев на костылях. Но несмотря на это его привезли, когда я спрашивал товарища, как его, как дела, он говорит, ты когда-нибудь в жизни видел бледного негра? Приехал, он посмотрел, на следующий день я интересуюсь, как он доехал до Винницы. Он говорит, Моня, ты можешь себе представить, я всю ночь не спал. Ну, я в первую очередь еще ногу где-то ударил. Я накинул на голове, оказывается, у него болела голова от увиденного. Я рассказываю эмоции нашим друзьям. Через пару дней они пригласили в гости из футбольного мира Валика Полтовца, капитана действующего еще черноморца, Игоря Савельева. В глазах у ребят мы увидели восхищение. Восприятие нас, таких же профессионалов футбола, как и они, только мы болельщики, они футболисты. Мы начали приглашать футболистов, ветеранов, устраивать различные мероприятия. Ну, детский менталитет сработал нам на руку. Первый раз гости мы всегда рады, а второй раз пустыми руками мы никого не